Привет всем! Сегодня мы посмотрим новую пародию от Сатиры. Давно ничего не было. И тут тем более пародия на Собчак. Знаешь, он женщин еще ни разу не пародировал. Поехали. Поехали. Хочешь развлечься? Стой, не висай ты вниз. Залезь мне в сердце, а не в мой плейлист. Ландау, не слушай. Я как поганка могу засрать всех, но я не засрамка. Звук львицы. А, подожди, это у нее есть такое шоу, и там такая же заставка. Да, да, да. Сатир так себя эротично ведет, боже. Всем привет, с вами Ксения Собчак. И сегодня, крайне необычное интервью. Я иду в гости к простому школьнику. Почему я к нему иду? Потому что сегодня школьники заполонили вообще все. Они в YouTube, жесть, они в Instagram. Мимика такая. В тренде. А Ксения Собчак, как известно, тоже в тренде. С помощью этого парня поговорить с молодежью. И я подготовилась. Прикинь, выходит кто-нибудь из соседей такой на площадку, а там такой этот мужик в пластиковой транс, еще ты еще на камеру вещает. Они такие: господи помилуй, господи помилуй. Не знаю, мне кажется, мужики выйдут и не поймут, что это мужик. Мне тоже. Ну, я баба. Ну, подожди, но он же говорит. Хотя, может, это просто прокуренный голос. Красивее баба. Ну. Я знаю, что любит молодежь. Че? Биг-биг-тейпа? Басы. Рэп. Йоу. Ну что, Лего? Лего. Ватсап, чувак, здесь Ксения Собчак. Небось, не ожидал, что я зачту тебе репак. Попридержи свои дизы. Ксюха приготовила улетные сюрпризы. С понедельника по воскресенье всегда в теме. Собчак Ксения. Проходите. Сколько времени в день ты гамаешь? Смотря во что. Что-то он, похоже, больше сейчас спародировал Дудя. Ну да. Во всякие летсплеи. Гамаешь. Играю иногда. Оксимирон и Гнойный. Кого захейтишь? Кому дашь свой респект? Наверное, Оксимирон. Что, Оксимирон, хейт ему? Нет, из них двоих мне больше нравится Мирон. Хорошо. Ты посмотри, как Сатир прям даже так вот улыбается, как Ксения Собчак. Да. Да, вот так вот. Блин, вообще жесть. Да можешь прямо сейчас на камеру передать ему свой респект? Респект. Даешь снюс? Нет. Качаешь мемы? Нет, так смотрю. Какой у тебя любимый мемчик? Да разные нравятся. У меня лично любимый про ждуна. Такая жиза. Она типа, знаешь, только пока что на слупок чуть-чуть такая. Не успевай, не успевай. Она, я в тренде, но я уже чуть-чуть. Да, и в конце такая: дратуйте. Так, это твоя комната, да? Да, да. Слушай, ну бичевенько, конечно. Давай посмотрим, что у тебя из шмота. Сколько стоит шмот? Да. Вообще без опознавательных знаков. А что брал? Рублей 700. 700? Рублей. Да уж, шмот, конечно, хуевенький, жесть. Смотри, это ты? Да, это я с мамой. Мне здесь лет 5-6. Хорошенький. Кто у нас тут? Маменькин сынок. Джон Вик. Типа хуёво шутит. Я знаю, он крутой. Хочешь быть как он? Да. Ой. И смотри, типа, знаешь, так общается, как с малышом каким-то. Да. А еще, знаешь, что напоминает, как вот мамка, которая вот пытается молодиться и быть в тренде со своими, да, детьми, да, и при этом жестко-жестко тормозит. Поглядим. Так.
Что это? Салфеточки. Кто у нас тут звукает? Нормально. Вообще нормально. Ничего там такого нет, не надо стесняться. Дрокает. Как это слово использовали? Ты родился в 2004 году. В этом году Владимир Путин переизбрался на свой второй срок. А сегодня, как все мы знаем, президент России все еще Владимир Путин. Скажи, каково тебе прожить при его правлении всю жизнь, будучи при этом сторонником Навального? Знаешь, вообще про будущее прожить всю жизнь — это не смешная шутка, особенно учитывая для людей, которые из Белоруссии. Угу. Поехали, да. Целое поколение выросло. Ну да. Ну, вообще-то я не его сторонник. Ладно, давай не будем ходить вокруг да около. Ты же не скрываешь того, что ты школьник? Нет. А сейчас все школьники ходят на митинги Лёши. Скажи мне, ты готов лично расстреливать проворовавшихся чиновников? Да нет, не надо никого расстреливать. Да и не все ходят на эти митинги. С чего вы это взяли вообще? Я могу с уверенностью сказать, что вот это твое увлечение оппозиционностью – это из-за того, что в этом возрасте ты проходишь через стадию отрицания своего отца. Поверь мне, это пройдет. У меня такое было с моим крестным. Ладно, давай дальше. Какой твой любимый трек у Big Baby Take? Take. Вообще Москва, конечно, похорошела за последнее время, но вот эти пробки не похорошеют никогда. А знаете, высаживаемся. Дальше я сама. Пешком. Без охраны. Люблю порой пройтись по улицам города. На работу. Подол держит. Отличный ребенок. Люблю детей. Она не любит детей. Я так опаздываю. Мне к 7 часам нужно успеть на закрытый показ спектакля Константина Богомолова в крематории. Как бы мне лучше пройти? О, спрошу у случайного прохожего. Прохожий, а вы не подскажете, как быстрее пройти к городскому крематорию? Там сегодня премьера спектакля Константина Богомолова, польская версия «Теремка», где мышку-нарушку играет голый Константин Богомолов. Я бы, конечно, вам помог. Богомолов вроде бывший муж. Кто справится с этим гораздо лучше, чем я. Два ГИС. Ой, а расскажите мне побольше про этот два ГИС, пожалуйста. Что это? Два ГИС – это справочник и карта, которая делает жизнь горожан удобнее. Доступна на мобильных устройствах и сайте 2GIS.ru. И что, эта штучка правда может простроить мне маршрут? Да, конечно. Просто вводите. Как и любой навигатор. Спасибо. Спасибо за 2GIS. Оказывается, 2GIS работает даже офлайн. Это так удобно, если вдруг кончились деньги в интернете. Да, особенно у нее. Можно найти. Знаешь, что еще заметила? Когда они разговаривали, было достаточно рано. А теперь она по маршруту уже достаточно поздно. Да. Значит, маршрут построился какой-то очень окольный, раз она столько часов уже идет из своего местоназначения. Уже время было только вечернее, но раз, солнце село. Ну, в общем, ты защищаешь, я поняла. Да. И не только здание, но и вход в нужную организацию. Справочник, фото, отзывы. Здесь есть все. Разве что нет чужих переписок. Ой, кажется, я пришла. Все благодаря этому чудо-справочнику. Всем рекомендую его установить. А я пойду прикоснусь к великому. Тут у нас мамочка. Здравствуйте, моя хорошая. Я вас видела на фотографии у Вани. Я вам хочу сказать, что вы такая красивая раньше были. Спасибо, Ксюша. Вообще, вы большая молодец. Я бы так никогда не смогла всю жизнь отдать готовки, стирки и глажки ради своего ребенка. И вообще не заниматься собой. Это вы молодец. Знаете, Ксюша, ой, вообще-то... а что это такое вкусненькое вы тут готовите? Я попробую. Так, это у нас родительская спальня, да?
Ну, ремонтик тоже простенький, такой мещанский, да? И тут обойно отклеивается. Это же какой-то ревизор пошло, тебе не кажется? Да. Бельишко постельное пованивает. О! Пованивает. А это роликсы. Дорогая штучка. Это папина. Подарили ему, наверное? Так, а здесь у нас что? Ой, смотрите-ка. Родители молодцы. Не теряют супружескую страсть. Так, ну-ка. О, 2 из 3. Значит, точно без дела не лежат презики. Ксения, может, в другую комнату пойдем? Может, в другую комнату пойдем? Ну, рассказывай. Как у тебя с девчонками? Лицо один в один, ну вообще, я не могу. Да, вот. Нормально. С кем мутишь? Извините, Ксения, мне неудобно об этом говорить, давайте следующий вопрос. Ишь ты какой застенчивый. Ну ладно, скажи мне тогда, во сколько лет ты впервые проснулся в липких трусиках? Это тебе твоя девчонка пишет? Я почитал. О, педрила. Че, к Саньку потянешься сегодня? Педрила? Слушай, нет. Она дословно воспринимает. Вот это движухи, это нормально. Модно среди молодежи. Так, а вот и отец семейства. Ну что, как дела у представителя рабочего класса? Извините, не расположен общаться. Очень устал. Ого. Ну что ж, Ксении Собчак не привыкать. Сколько раз меня посылали, а я все не ухожу. Нина, ты часы мои не видела? Ну что ж, друзья. Я ухожу. Ту, а нет. Сейчас я возьму образец кала из-под ободка. Отправлю его на анализ в лабораторию, и в конце программы мы с вами узнаем, есть ли у кого-то в этой семье глисты. Зачем? Тебе надо выбрать одного из двух. Чей зашквар сильнее? Тимати. Соглашусь. Чей контент круче? Совсем без намека. Дудя. Ладно. Ну и наконец. Чей Крым? Наш. Глаза. Дорогие друзья, мы с вами собрались. Еще и дедушку взяли. Всех застали. С кем из членов этой семьи мы сегодня попрощаемся? В смысле? Лобное место. Кого из вашей семьи мы выгоним? Нужно зачеркнуть фотографию. Ну, типа, дом 2 начался. Не будем мы никого из семьи выгонять. Нет, это игра такая. Нужно представить, что нужно сделать выбор, кто из вашей семьи вам наименее дорог. Ну, кто тут уже не так уж и нужен. Не будем мы его отца из семьи выгонять. Мы лучше вас выгоним, Ксения. Знаете, всего доброго. Нет, нет, вы не можете меня выгнать, у меня иммунитет. Я же не из вашей семьи. Нужно выгнать. Ну там два, у них иммунитет есть. Иммунитет, я же не из вашей семьи. Да, да. Идите-ка вы нахуй, Ксения Анатольевна, из моего дома. Пошло. Грустно. Ой, слушай, классно, если бы он Путина спародировал. А если ему что-то за это будет? Да ничего не будет. Может быть, в каких-то выпусках он это сделает? Блин, было бы шикарно, вообще шикарно будет. Мне дико понравился Собчак, он реально
так и не поймешь сразу. Может быть, это реально женщина? Ну, на транса больше похож, конечно. Ну, знаешь, короче, он типа хотел показать, что шутки хуевые. Ну, он это как бы и показал. Что она отстает от жизни. Но пытается следовать трендам. Если вам понравилось видео, ставьте свою подписку внизу, там, где красная такая. Надо нажать ее, пальчик на красненькую. И пока. Не смотри, ланда, не смотри, ланда, не смотри, ланда, что тебе покажет эта баба и старик, а?